Самое главное именно мы вместе можно распространять любовь, особенно сегодня компания «Тенс Казахстана» и официально вручили 10 миллионов тенге для осуществления проекта «Дому забота Фуускама». Мы хотим, чтобы этот проект здесь именно до 1 июня завершился в марте передачи администрации Фуускама. Здесь я хочу сказать, что делать благотворительность, это здесь должны от души. Каждое предприятие, каждое гражданство, несмотря мало и немного, самое главное, мы должны милосердие, ощущать любовь, создать любовь и распространять любовь. Тогда мир будет в гармонии. Спасибо.